Именно я тот человек, с которым произошел несчастный случай. 22 года назад из-за халатности водителя трамвая я попал под колеса вагона. У меня нет правой ноги, я на протезе. И вопрос, почему Бог допускает несчастные случаи, очень часто задавал я себе. Очень долго я соглашался с ярлыком несчастного случая. Но анализируя свою жизнь, сегодня я могу сказать, случайности не бывает. И если ты в подобной ситуации, ты можешь смотреть на это, как на трагедию или несчастный случай. А можешь увидеть в этом Божий план для твоей жизни, для того, чтобы ты стал сильнее и смог сделать то, для чего Он сотворил тебя. Для многих людей я вызов. Я делаю многие вещи, которые другие люди с двумя ногами боятся делать. Я хожу без палочки, играю в футбол, и врачи называют это чудом. Я вдохновляю многих с похожей ситуацией не опускать руки и жить полноценной жизнью. 7 лет назад я женился на прекрасной девушке, для которой я самый полноценный. Намного легче согласиться с волей случая, нежели разглядеть Божий план для твоей жизни. Если ты в подобной ситуации, обратись к Богу и узнай, что Он приготовил лично для тебя.